Джеффри Монсон, конечно, сегодня был на высоте, продемонстрировал отличный уровень борьбы и выносливости, переборолся со всеми, ну как я, сколько видел представителей Леона, сколько с ним поборолось, и он сохранил и дыхание ровное, и отличную форму продемонстрировал, отличный уровень подготовки и технический аспект, так сказать. Конечно, он очень притягивает и, так сказать, своей харизматичностью, своей фактурностью, очень колоритный такой файтер ММА, яркий представитель этого вида. Собственно, мы очень рады, что получилось организовать. Огромная благодарность журналу Blood & Sweat, спортивному клубу Лион и, естественно, Fightwear, Kimura Wear, этим организациям огромная благодарность за содействие в этом семинаре.